Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Realme GT6T. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Открываем камеру, нажимаем на три полоски в правом верхнем углу. И здесь у нас есть таймер. Можем установить его на 3 секунды, либо на 10. Выбираем время и проверяем, как он работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.